Потому что много историй. Пошли. Так, давай тогда за Швейцарию. Посмотрим. Ой, ой, ё-моё. Экономика, блин, ниже. У меня ресурсы тратятся. Так, что Россия, ничего такое. Ну, а, это моя Швеция, отлично. Все тут ничего не действует. Захвати кусок. Пошли. А тут что, тоже захватил? Блин, такой страшный. Так, насчет тачки. А ты кто с ним сражается? Ну, можно подумать. Думаться то, что если. Ладно. Видите. Так. Вот что затащим, затащим. Так, желательно что-то замутить еще, например, 1500 зерен. Снова, да. Ок, прослушайте. Ура, математика не подводит. Я качаю именно войну. Да, и пехота, война, вот что. Тысячу рыб, говорят. Так, тысячу. Дела. Понял. 1500. Ладно, попробуем, рискнем, да? Слышите себе там на морчу, блин, на морчу. Капец, слава. Так, вот мастерская, порт, уже нет казармы. Можно уже мастерскую строить, чтобы у нас было что-то еще. Где казармы здесь? Вот такие, так призываю, в принципе. Пропустим вообще, да? Так, нанять можно 1000. Ну, давайте. Тем более, кони это классная штука. Реально рекомендую. Зря так мы делаем. Тысячу 500, а только деньги там не трать. 1500 получается сколько? 3. Считать с кусочком. А, я пересчитал снова. На, продаю. А, машина не нужна. А, тут опасно, в принципе. Так, 50 железо. 51. Покупаем не так уж и много, но что-то хочется купить. Чтобы было больше. В общем-то, интересно с этим наблюдать. Россия у нас тут нормальный напарник. Переходим дальше. Давайте за... А, тут мы вообще мы проиграем. Так и знал, блин. Вот, блин. Сразу меня убил. Да, посмотрим зато. Вот, тут я был, тут меня захватил. Тут у них война, кстати. Пацуки захватили. Договорились, между прочим, да. Так, ну, чувак, если ты захватил, то Великой Британии, что я говорил. Зачем со мной воевать? Тебе пишет сообщение мне. Обманщик, вот ста. Нина. Ладно. Вон ты сам напал. Посмотри историю, ты напал на те регионы, которые в процессе восстания ко мне перешли, так как ты их не разу бывал. Ага. Но это неправда. Это неправда. Понимаю, про что он пишет. Перешли ко мне. Напишу, ты своровал. Давай. Ты их украл, вор. Русский. Отлично, словечко. Хочешь, что найдете его, передайте то, что он в рой попал. Вот честно, обидно. Видите, Украина. Регион хороший. Вы что хотите, Крым съесть? Понял.
Ну что, можем посмотреть сейчас США, которому проиграли, посмотрим за миром. Ну ладно, сейчас за Турцию посмотрим. Мы играем за Турцию, да. 4 дня, так, конечно, я ничего не умер. О. Оборону давайте. Что там? Тысячу нефти. Тысячу нефти. Во, отлично. Ну, а просто. Все, ты еще нефть у меня в кармане, не убрал. Казарм, я уже, ой, как устал. Так, как насчет России? Нападает? Ну, ага. Он там вот писать не есть сообщение. Через меня. По-моему, программе такой. Его, блин, месте. Ну что? Нападать на Турцию, на Францию. Как я вижу, в принципе, процессе, да? Да, 2 дня. Когда 2 дня? Это кто? Франция. Вот 2 часа. Да, время, конечно, тянется. Нормально. Нет. Так, ну что, давай побежимся. Как насчет угля? Построим. Блин, как-то, знаете, не хочется строить теперь. Но если не будем строить, то у нас так завалят. Нам просто дерево нужно покупать еще, капец. Ночное дерево. Еще 500. У нас сейчас, знаете, какая цена по дровам, мудря? Че, ряфл? Ну, реально, спасибо. Вау. Во, сюда же прошло подороже. О! То, что заказывал, отлично. 1500, да, псином? Даем. А давайте с ним поговорим, да? Эй, оказывается, давай мир, а? Я не буду. Я мир с тобой. Ну, петух. Петух, во мир. Во мир. Блин, это так прикольно с ним. Блин, у него большая территория. Если он больше меня, я буду в шоке. Блин, 25. А я 22. Мы Россию уже скоро победим. Счетчик не больше. Так, ну что, Франция туда идет к тебе. Это кто, робот? Это реально. Да, сейчас будем Францию просто зажимать. Ой. Да, кстати, прикольно сейчас тема. И да, все перебирайтесь, что такое. Чё с ним? Война, не? Когда прибудешь? Да, сейчас. Блин, то прибудем, то уйдем, да? В общем-то, мы тут будем. Тут-тут-тут сделаем с ним. Тун-тун-тун, сделаем. Будет интересно. Как я не понимаю. Ладно.
А что у нас? Страна очень сильная, скрытая страна. Ну, новые регионы. Ох, будет производство, давай. Ну то нужно именно вот туда дойти, блин. На центр. Так, огненная мощь 3. Мы сможем задефаться. И тут мощные орды. Он по полной программе не нападают. Тут мы куски тоже. Блин, напал нету, блин, а? Ты тоже нападает, не? Мам, везде кушать у меня, слушай. То есть вы мир, да, понимаю, как? Он такой, да, иди воюй. Или он. Так он везде кусает. Вау. Он везде кусает. Окей, воздержим урон. Повержен. То я буду строить, не буду ломать, строить, буду ломать. Ну, в принципе, не жалко ресурсов, тем более они будут ломать, а мы будем их отстреливать. Так, тысяча. Тысяча. Да, сначала нужно войска, да. Окей, друзья, это самое войска покупать. 10 рыбок, 10 рыб, вот 1000, 980, 9, 1080. Блин, пересчитал, как всегда. Слушай, давай. Нужно коня для боя. Для дефа тоже, в принципе. У нас не по машинке, да? Сколько коня? А, ну, а, вражеская. Ну, уже строится машина, сколько прибудет? На часов завтра, ну, завтра, да? Завтра уже на порту. А что, будет войска? Тысячу рыб. Сейчас рыба такая не нравится, но сейчас у вас рыба. Ну. Ого. Слышь, блин, я сам заработал на рыбу. Что за... Блин. По ресурсам. В общем-то, смотрим за газеты. Точно, забыл про газету. Так, Россия, пятое место. Чё-то я не понял, чего пятое. Так. Россия. Русская страна, 66 воинов. А Австралия, 75 тысяч. Понял, блин? Не меньше. Снова 5 воинов. В общем, там... Так, теперь по регионам. Я уже 20-е место занимаю. 24 Франция, как дела? Вот что скоро я выиграю еще. Вот, 1000 рыб снова. Это перебор. Точно. Счетчик у него упал. Я ну могу занять. Франция. Такое. Второе место, оторвались они. Ну ладно, скоро мы сидим, ждите. Просто. Они смогут победить 29. Не сразу бам-бам в одну точку.
Да, он захватывает регион, пока не будет захватывать потихоньку. Это такое, ну, эти внутрь сил. Как-то нужно. У меня сейчас тут две, значит, орды. Захватить полностью, потом подкрепление ко мне, потом сидим потом тебя. Ну что, вроде время приходит к концу. Всем удачи, пока.